Начало учебного года и прохладная погода сделали свое дело. Медики наблюдают традиционный для осени рост заболеваемости. Это как просто ОРВИ, так и коронавирусная инфекция. В городских больницах на гастелой борьбы копейчане могут поставить прививку не только от COVID-19, а с 1 сентября еще и против гриппа. В этом году ожидается эпидемия ноябрь-декабрь месяца. Поэтому к этому времени желательно поставить прививку, чтобы уже иметь иммунитет. В настоящее время имеются в наличии две вакцины. Это вакцина «Совигрипп», которая проверена, которая формирует хорошую защиту, и вторая вакцина «Ультрикс», которая используется для беременных, которые ставят вакцину после 22 недели. От коронавирусной инфекции сейчас в наличии гамковидвак или по-другому спутник ВИ. Кроме того, по словам медиков, их можно ставить в один день с вакциной от гриппа. Вы приходите в регистратуру. Вакцинация сама проходит в 29-м кабинете прививочным. Перед этим осмотр врача, либо 28-й кабинет, либо вы можете обратиться к участковому врачу. И уже после этого подписываете согласие и ставите непосредственно вакцину. Подготовка какая-то нужна? Специальной какой-то подготовки не требуется. Но если у вас есть признаки ОРВИ, то лучше дождаться выздоровления и поставить уже, когда вы будете полностью здоровы. Хочется все-таки пригласить всех, особенно группы риска, к которым относятся пожилые люди, к которым относятся беременные, потому что зачастую ОРВИ протекают и наслаиваются друг на друга, и коронавирусные инфекции, и максимально защитить себя от них мы сейчас можем с помощью вакцин, с помощью прививок. Приходите обязательно. Также в сезон заболеваемости необходимо соблюдать меры профилактики, вести здоровый образ жизни, получать достаточное количество витаминов, соблюдать гигиену, не посещать общественные места без необходимости. При первых признаках простуды нужно обращаться ко врачу.